Всем привет, с вами Леха ЛС и Павел Никонов. И мы рады вас приветствовать в прямом эфире на турнире в формате Game of Bike, который проходит в одном из лучших крытых скейт-парков России — Gorilla Ramstroy House Air BMX Battle. Этого момента наши участники ждали долгих 2 месяца, и вот, наконец, мы готовы перейти к финалам и раздать реальный кэш. Но перед началом основного финала давайте узнаем, кто займет 3-е место в нашем турнире, потому что сейчас пройдет финал за 3-е место. В нем, по нашим непростым правилам, в битве 1-1 сойдутся представители московской и питерской школ BMX. Первый участник родом из Москвы, он является очень опытным и разносторонним райдером. А его решимости может позавидовать каждый. По этому показателю он является абсолютным рекордсменом нашего турнира. За 3 игры он поставил сам себе только 1 букву. Его противник родом из Санкт-Петербурга. Он является мощным парковым атлетом, членом Олимпийской сборной Российской Федерации, а также обладателем нескольких World First'ов. Но, в отличие от своего сегодняшнего оппонента, он не часто пробует трюки, которые ему загадывают, и за 3 игры поставил сам себе целых 10 букв. Это абсолютный антирекорд. Посмотрим, поможет ли решимость одному сегодня, или все-таки холодные расчеты, ставка на свои бенгеры второго возьмет верх, а может быть, все решит просто монетка. Итак, встречайте финал за 3-е место Air BMX Battle. Максим Новоселов против Никиты Фоминова. Первого участника в батле за 3-е место Макс Новоселов. Здорово, Максон. Привет, Пашок. Слушай, ну я надеюсь, что в этом батле монетка сыграет в твою пользу, а не как в предыдущем. Но в предыдущем у тебя был лютый соперник. И вот так вышло, что ты не прошел финал, но ты в батле за 3-е место. И я уверен, что ты готов уничтожать. Да, конечно, готов. Жду уже, когда монетка на мою сторону выпадет. В предыдущих 2 батла не я начинал игру. Конечно, это влияет. У тебя, в общем, тактика на монетку именно, уклон идет? Да нет, конечно, больше у меня надежды на монетку, а так тактика, ну, тактика моя стандартная. Буду делать трюки, которые Никита Фоминов будет либо повторять с трудом, либо не сможет повторить. А также у тебя, наверное, есть надежда на повторение в твоем случае? Ну, конечно, я, как обычно, подготовился к сопернику, какие-то трюки постарался научиться, посмотрим, что он будет загадывать. То есть ты что-то научился из арсенала Никитоса, то, что не делал до этого? Ой, не хочется так многообещающе говорить, но я попробовал. Респект. Если что, Макс всегда пробует все трюки, и, как рассказывал Леха ранее, он поставил себе за весь турнир только 1 букву. Макс, я надеюсь, что Никитос сегодня поставит 6 букв? Никитос пусть ставит 6, да. Слушай, ну, очень хочется перейти сразу к батлу. Я тебе желаю огромной удачи, и погнали. Респект, погнали. Погнали, чуваки, это батл за 3-е место. Максима Новоселова в финале за 3-е место и претендент на 30 тысяч рублей. Никита Фоминов. Никита, здорово. Привет, Лех. Как у тебя настроение?
Шикарно, отлично, как обычно. Супер, круто. Но я вижу, что ты без велосипеда сейчас. Расскажи, пожалуйста, что случилось? Слушай, приехал, раскатывался, вот, и что-то люфтело. Как, знаешь, рулевая, вот, когда она плохо закручена. Вот, я думаю, посмотрю руль. Не думал, что такое со мной может случиться. Вот, я руль, кстати, не раскручивал 1.5 года. Вот, он не уходил, ничего, все было отлично. Вот, и сейчас раскрутил, посмотрел, там оказалась трещина. Поэтому такая вот проблемка. Ну, ничего, ребята сказали, привезут, так что смогу покататься. Слушай, ну это вообще вот прям перед батлом такая история, что у тебя треснул руль. Как-то это сбивает настрой или нет? Да не, у меня всегда есть проверенная тактика, я ее придерживаюсь. Ну, то есть это профессиональный действительно подход, потому что на любого уровня соревнований такое может произойти. Ну да, да, но у меня не происходило. Ну, тогда с почином. Ну что ж, надеюсь, да, ты успеваешь и все четко, потому что сегодня у тебя финал за 3-е место. И это действительно достаточно сложный, неудобный у тебя оппонент. Ты к Максу Новоселову подготовился уже? Конечно, нет, я отдыхал все это время. Серьезно? Ты хотя бы изучил? У него много оппозит вращений. Как у тебя с этим будет? Будут ли вопросы? Вопросы. Посмотрим, будут или нет, но, скорее всего, будут. А свои какие-то трюки ты уже ему придумал, которыми ты 100% будешь ставить буквы? Да не, ну я буду играть, как всегда играю. Вот я знаю, Максон не умеет флипы, так что будут флипы через фанбокс. Все по классике жанра. Слушай, ну здесь у нас уже действительно финал, прям за 3-е место. Мы реальные бабки в конце выдаем. Поэтому я думаю, что сегодня ты чуть-чуть пособраннее будешь. И я думаю, что все твои загады сегодня улетят точно в цель. Слушай, ну я надеюсь на монетку больше, чем на себя. Вот я тоже так предполагаю, что кто первый сегодня, собственно, в жребии побеждает, кто первый начнет, тот первый и закончит. Ну, у меня есть 6 трюков, я их даже записал первый раз в блокнотик на телефоне, вот, поэтому там 6, я думаю, букв для Максона, так что я буду рассчитывать только на монетку. Слушай, вот это хорошо, на самом деле, респект тебе, что подготовился настолько серьезно, потому что действительно, Макс Новоселов крайне опасный соперник, которого многие почему-то недооценивают, и это очень зря, именно поэтому он дошел у нас до финала за 3-е место, и вполне возможно, сегодня даже тебя оставит позади. Все возможно. Я даже не сомневаюсь в этом. Максон реально очень классный оппонент и, в принципе, сильный, ну, атлет. Вот. Но все-таки, если делать ставки, то я ставлю сегодня на тебя. Я тебе сегодня желаю удачи максимальной. Погнали? Да, let's go. Респект. Let's go, ребята, это финал за 3-е место! Ну что же, вот она, наконец-то, жеребьевка финала за 3-е место. Мы все дико счастливы. Наконец-то, все, наш турнир заканчивается, и мы узнаем, кто же, собственно, победит прямо сегодня. Соответственно, сегодня, так как у нас финалы, у нас Павлу Никонову, главному судьи, будут помогать и Иван Борода, и Федор Забалуев. Поэтому сегодня вопросов к судейству вообще быть не должно. Итак, Павел, давайте перейдем к драфт-листу, к списку трюков, которые райдеры друг другу заблокировали. Итак, Никита забанил Максу 540, фронт-флипы и лаки-грайнды и стенды. В то время как Макс забанил Никитосу множитель тел-випов, множитель барспинов и опа-випы, собственно, по классике. Абсолютно согласен, классическая схема. Собственно, никто другого и не ожидал. Посмотрим, собственно, на монетку. Какая у нас сегодня монетка? Я смотрю, достаточно красивая. А сегодня у нас монетка 500 ливанских ливров. От Ревыча. Чуваки, это реально рарный айтем. Федя? А чё я-то? Давайте сегодня, наверное, Ваня кинет. Но для этого сначала мы узнаем, кто что выберет. Макс, что выберешь? Вот тут есть пятихаточка и вот дерево. Ну, раз монетка от Ревыча, я, конечно, растение выбираю. Дерево. Неплохо. Но у меня нет других вариантов, поэтому пятихатка получается. Итак, дерево против пятихатки. Ну что ж, погнали. Итак, Иван вбрасывает. Пятихатка! Это значит, что начинает Санкт-Петербург! Никита Фоминов! Никитос, ты готов сразу же? Просто сразу же, потому что монетка сегодня на твоей стороне. Монетка, да, на моей стороне, поэтому загадаю трюк с флипом через фанбокс. Я готовился к Максону, поэтому уже все это проверили. Вот будет интересно посмотреть, вдруг Максон научился. Я загадаю флип через фанбокс, но с эксапом, со своим. Просто своим эксапом.
Неплохо, флип иксап через флайбокс от Никиты Фоминова. Ну и, конечно же, зная флип от Макса Новоселова, мы сразу же предполагаем, что это будет буква. Но вполне возможно, за прошедшую неделю Максим научился долетать с флипом до приземления. Но, естественно, это не точно. Итак, Никита забрался на разгонку. Ничего нового для нас здесь нету. Разгоняется, накатывает ролл, отличная скорость. Хорошо прыгнул амплитудно с иксапом. Браво! Без каких-либо вопросов. Даже к судьям, я думаю, вопросов никаких нет. Палец вверх, Федор. Иван тоже доволен, в принципе. Итак, собственно, Максим, есть шанс вообще долететь до приземы? Да, я думаю, да. Итак, все внимание, Максим Новоселов повторяет. Первая попытка. Разгоняется, хорошая скорость, флип, пол иксапа, ну и, к сожалению, на дизастер снова. Никит, твоя тактика, судя по всему, дает плоды. Слушай, следующий будет с оппозитом. Реально? Я придерживаюсь позиции в этой игре Артема Агаркова, поэтому буду так двигаться. Вот это респект, реально, классический Game of Bike, так сказать, в стиле Артема Агаркова. Сегодня ожидаем от Никиты Фоминова, но, я думаю, Макс тоже не лыком шит, поэтому прямо сейчас... Да, посмотрим, соответственно, чем Макс будет крыть. Счет 1-0 в пользу Никиты Фоминова. Макс, респект, что пробовал, но, к сожалению, да, этот не твой трюк абсолютно. Готов сразу же ему букву в ответку ставить? Ну да, no hand на turn. Хорошо. No hand на turn down на флайбоксе. Никит, как тебе такое? Слушай, ну no hand я умею хорошо, turn down я не умею, но я, кстати, его делал. Вот. Слушай, ну я вряд ли, Максон же потом будет загадывать там, загадывать всякие там ванетти бар в спайне, и на рейзе doesn't count вряд ли ты возьмешь, а терный, когда ты делал, поэтому может быть плохой, но я попробую для себя, вдруг это будет тот самый трюк, который в этом батле я смогу сделать, хотя бы для себя. То есть изначально планируешь пробовать? Ну да-да, я попробую. Все, тут респект, вопросов никаких не имею, вот этот подход мне нравится, потому что я знаю, что ты, в принципе, можешь многое. Я еще руль поставил новый, так как мой же, ну вот, мне кореш мой привез, вот, поэтому он повыше, вдруг это как-то поспособствует. Ну вот как раз проверим, посмотрим. Итак, Максим Новоселов уже полностью готов. Я думаю, что сейчас мы увидим отличный no-hand и также, конечно же, отличный turn-down после него. С этими трюками у Макса проблем никаких нет. Тем более, я думаю, что он готовился, понимает прекрасно своего оппонента. Итак, ноу-хендер, все четко, и тердаун даже оверкликит. При этом, естественно, перелетел, естественно, считается. Судьи одобрительно кивают. Супер. Классно. Макс, ну это уже, конечно, лишнее, но тоже спасибо большое. Да, Ванетти Бар там был потом на флайбоксе. Непонятно, конечно, зачем и для кого главное. Для меня. А, для тебя тоже будешь в линию повторять? Нет, в линию не буду повторять. Короче, пойдем на рейс попробуем. Вдруг. Итак, Никита Фоминов берет рейзи doesn't count. По нашим правилам резиновое приземление не считается. Да и, собственно, по любым другим. Сейчас у него будет одна попытка на резиновом флайбоксе. Соответственно, он прыгнет и попробует на мягенькое приземление. Если у него, в принципе, все получится, то он перенесет этот трюк на жесткое. Трюк, на самом деле, не самый сложный, но такой с приколом. Тем более, что не совсем Никитин трюк, будем так говорить. Потому что он терн делал когда-то давно, как он сказал, но в обычных соревнованиях своих не делает. Итак, Никита разгоняется, ноу-хенд есть и какой-то очень жиденький терн, да, он... Павел Никонов, как вы считаете, вообще возможно ли вот с такой попыткой на резинку, на жесткое этот трюк перенести? Ну, если Никитос будет больше зажимать, то, конечно, все возможно. А так Слава похож был. Вот, да, мне показалось, что даже на тёрндауне плоскость, в принципе, была выбрана немножко не та. Ну что, Никит, будешь на жесткое пробовать? Нет? Итак, Никита Фоминов отказывается пробовать. Не изменяю статистики рекордов, вот, поэтому буковка L добавляет 11 или какую-то там. 11 в твоей статистике. И самый главный у нас вопрос вообще. В этой игре ты себе напишешь 5 букв или 6? Слушай, все зависит от Максона или от моего загада трюков. Вот. Согласен, пока монетка на твоей стороне, так что уже... Как говорил Артем Агарков фразу, что он там говорил? Что-то говорил. Связано с тем, что плохой черный пиар тоже пиар, как он говорил, не любил говорить. Поэтому статистика плохой не бывает. Вот. Ну, честно скажу, до плохого пиара Артема Агаркова тебе еще как до Китая пешком. Пока да, пока ты просто все буковки ставишь и лишний раз не рискуешь, что, на мой взгляд, логично и правильно абсолютно. Готов вторую букву ставить? Сезон еще не закончился, поэтому есть, ну, как...
что еще нужно поделать в нем. Да, готов. Я сделаю тоже флип, чтобы закрыть сразу себе флипы. Вот, но только с оппозитным ксабом. Хорош, вот эта тактика реально мне крайне нравится. Макс, как ты вообще оцениваешь подобную вариативность элементов? Думаю, на этот раз время просто тратить не будем на мои повторы, сразу буквы напишу. Итак, Никита Фоминов на вторую попытку свою встает, разгоняется. Давайте немножечко подвинемся, чтобы ему не мешать. На этот раз он будет делать сальто назад плюс оппозитный иксап, то есть не в свою сторону, в другую сторону просто руль загнет. На самом деле это своего рода прикол. По-другому и не скажешь. Флип, опа, иксап, право. Все, есть вопросы? Нету. У Ивана вопросов нету. Максим, есть букву сам себе ставить? Будешь, не будешь? Да, буду. Итак, Макс Новоселов сам себе пишет букву. Макс, за это тебе респект. Это, в принципе, правильно. Просто ваше время экономлю. Спасибо большое. Наши и, конечно же, зрители. Здесь все понятно, никакой интриги ни для кого нет. Но при этом у Никиты Фоминова заблокированы теперь сальто. И он тебе не сможет больше эту историю загадывать. Поэтому тоже мы как бы все на этом отбились. И переходим уже к более серьезным трюкам, я надеюсь. Готов, Макс? Да, готов. Главное, что у меня сальто не заблокировано, и я смогу заказывать. Но пока ответим иксапом. Оппозитная трешка — свой иксап. Хорошо. Оппозитная треха, то есть треха не в свою, в неудобную сторону, вращение на 360 градусов, плюс иксап, соответственно, я так понимаю, что свой. Достаточно неплохой трюк. Никит, у тебя как с оппозитными вращениями? Я уже предвкушаю, когда ты подходишь ко мне и говоришь, знаешь, как у меня с чем проблемы. Но все мои оппоненты уже знают, что я не умею, поэтому Opposite 3 — это тоже не мой трюк. Вот. Opposite Roll, наверное, мой трюк больше, чем Opposite 3, вот. Но я не умею. Итак, а Макс прекрасно умеет и делает отлично. Смотри, там произошло там. Итак, у Никиты Фоминова вопрос. Ему показалось, что немножечко задел стол. Давайте посмотрим заветный повтор. Вот отсюда все четко, на мой взгляд, конечно, вряд ли мы с этого ракурса увидим. А вот с ракурса, где будет видно зеленую линию, вот она. И вот здесь нам нужен замедленный повтор, все, внимание. И судьи, конечно, тоже максимально, по-моему, в линию. Не знаю, мне кажется, это считается, но я не судья, у нас их сегодня целых три. Итак, Федор Забалуев. В линию считается. Иван. Да. И, конечно же, Павел Никонов. Все сказали, считается, конечно. Итак, считается, три из трех единогласно. Никит, будешь повторять? Не умею оппозит треху, а тем более оппозит треху иксап. Ну, кстати, вот оппозит треху, прикольный трюк, я сейчас, когда закончится соревновательный сезон, немножко займусь некоторыми историями. Оппозит три — одна из них классная, реально. Да, респект. Я, на самом деле, я, честно говоря, удивлен, почему этот парень, обладающий таким, на самом деле, нетривиальным, а, на мой взгляд, даже местами и нереальным контролем, напоминаю, что он World First оформил в этом году 360 в свою в удобную сторону и 6 барспинов. Он первый в мире, кто сделал этот сложнейший трюк, да, а треху в обратную сторону с иксапом всего лишь он сделать не может. Лёхи Степанович, еще с половинкой тоже. Ну, знаешь, мы вот потом с ним пообсуждали, прикинь, вот как было бы грустно, да, если я делаю трек 6, а потом вот у меня мозг бы сломался, я бы перестал делать из-за вот этого трюка. Это было бы, да, обидно немножко. Это уже, конечно, какая-то область ментального разума. Но это жестко. Итак, что же у нас там по счету? Пока все ровно. Все четко, без каких-либо вопросов. Как вам игра, уважаемые зрители? Пока счет 2-2. Кто первый начал, тот первый и собирается заканчивать, судя по всему. Ну, давай. Флэйр вип. В каком квотере показывай? А, из квотера в язык. Супер, Flair VIP, так сказать, база. Здесь без каких-либо вопросов. Макс, ну, стоит мне вообще к тебе подходить, задавать тебе вопрос, надо, не надо? Попробуешь? Скажи честно. Нет, конечно, вообще. Хорошо, реально. Итак, Никита Фоминов пока занимает позицию. Нет, это такой разгон у него через разные стороны. Так, разгоняется, хорошая скорость. И, конечно же, вот он, Flair VIP, идеальнейший, просто без каких-либо вопросов. Браво! Сальто назад, разворот на 180 градусов и проворот рамы также на 360 градусов. Отличная техника исполнения. Это база, конечно, для современных парковых атлетов. Макс Новоселов, к сожалению, такие трюки не умеет и расписывается в собственной беспомощности. Ну что ж, я его абсолютно не виню. Трюк действительно жесткий и по-другому на самом деле даже не скажешь. Но для современных парней ты понимаешь, что это уже база. Да, топим. Короче, рекорд хотим побить прошлой игры. Сейчас будет самый быстрый батл. Давайте лукбэк в квотере. Вот в этом виртуале с вылетом.
С квотера в Bird Wall. А, в Bird Wall с вылетом? То есть ты вылетишь за Bird Wall и так высоко и сделаешь лукбэк? Ну, как минимум, над зеленой линией окажусь. Хорош! Огромный Bird Wall в парке Gorilla Ramstroy House. Здесь высота 5 метров минимум, и Макс собирается из нее прям вылетать и делать, соответственно, лукбэк, вот такой модный загиб. А какие нюансы, Иван, что вы ему говорили? Мы хотели определиться конкретно насчет вылета, насколько он будет. Максим сказал, что он вылетит за зеленую линию, соответственно, там будет... Он имел в виду, что заднее колесо он засунет туда наверх. Примерно будет в районе зеленой линии, чуть выше. Все, понял. Ну, давайте посмотрим, потому что трюк реально классный, интересный. И самое главное, что за счет того, что фигура действительно очень высокая, это действительно выглядит крайне опасно. Что не может не радовать. Вообще, люблю такие трюки. Хорошая скорость. Ой-ой-ой, по-моему, все отлично. Павел, как вы считаете? Все супер. Итак, считается, естественно, вопросов никаких быть здесь не может. Есть у вас вопросы, уважаемые судьи? Все окей. Есть вопросы у вас? У меня нет вопросов. Все четко? Конечно. Ну, отлично. Я так понимаю, что надо расписываться сейчас? Офигенно выглядит трюк, и реально, даже VR, прикинь, как классно. Вот, да, я, конечно, распишусь. Я не изменяю традициям этих рекордов. Итак, пока да, пока Никита, судя по всему, уверенно очень идет к своему рекорду, который он поставил, так сказать, антирекорд на прошлой игре, поставил сам себе целых 5 букв, пока только 3. Ну что же, переходим, значит, снова к твоему заказу. Максон, получается, забанен на что-то или нет? Лукбэк он сделал? Что, да, получается, тердаун забанен? Все четко. Это греет душ. А я закажу, так как у меня еще есть один тыл вип, я закажу 360 вип на иксап. Через фанбокс. Как же вот мне нравится, конечно, такая тактика этих ребят. 360 тыл вип на иксап. Все просто, конечно. Культа новый, я, кстати, не факт, что еще сделаю. Видишь, какая ситуация. Ситуация, конечно, крайне сложная, но на самом деле 360 вип-то Максим делает. И вот, может быть, иксап-то получится. Да, я буду пробовать. Но это крайне не точно. Недавно у нас была такая ситуация у тебя уже буквально ровно неделю. И там ты, конечно, не справился. Но возможность есть. Итак, Никита разгоняется. 360 лип иксап, да, браво, без каких-либо вопросов. Здесь вопросов быть и не может на самом деле. Есть вопросы, уважаемые судьи? Ты можешь не спрашивать, ты же сам знаешь, что их нет. Да я-то знаю, ну мало ли, может быть, все-таки какой-то заковыристый вопросик. Лип забанен, иксап забанен, больше не могу делать. Довольный такой, самое главное, сам себе забанил трюки и крайне доволен. Итак, Макс тем временем не собирается сдаваться. У него, в принципе, есть все шансы. Ну что ж, давайте Макса поддержим все вместе. Макс, красава! Согласен полностью. Максончик, давай. Все за тебя болеют. В принципе, трючок такой, который ты повторить можешь. Итак, 360 тейлвип. И вот, конечно же, вот уже достаточно поздно ловит он тейлвип. И, к сожалению, поэтому совсем не остается время на то, чтобы завернуть этот руль на 180 градусов. То есть сделать иксап. Но, в принципе, чисто теоретически, шанс-то у него есть. Потому что и один, и второй, и третий трюк он прекрасно делает. И все это вместе совместить... Ну, конечно, уже не так просто, но, тем не менее, возможность имеется. Вот полностью согласен, какая группа поддержки у Макса. Макс, вперед, машина. Действительно. Вот он! Бешеная вообще поддержка у Максима сегодня, и это не может не радовать. Вот он, 360-й лип. Бог! И уже начал руль в ту сторону крутить. В принципе-то. Очень даже похоже на то, что это возможно. Не думаю, вот, что следующие трюки у Никиты Фоминова будут проще. Поэтому, возможно, сейчас есть смысл Максу все-таки взять маллиган. Слушай, возможно, это единственный трюк, который будет для меня реально повторить в этой игре. Поэтому я на него потрачу все доп-функции. Давайте на резину пойду.
Бэм! Хорошо! Вот это реально хорошо. Итак, Максим Новоселов вперед. Рези doesn't count. Сейчас, после того, как два раза он попробовал в жесткое, он решил попробовать этот же трючок, собственно, в мягкое, то есть в резину. Не совсем как бы логично. У меня же трюки имеют свойство заканчиваться, правильно? На последнюю букву там уже нет ни тулвипа, ни барспина, ничего. Так что там он точно мог бы повторить. Это как с кэнонболом с Корчевским было, видите? Он же повторил, повторил. Все может быть. Слушай, ну, Макс уже все, так сказать, свои бонусы решил израсходовать, так что ты тоже не беги впереди паровоза, сейчас посмотрим. Только радость он сделает, это же круто. Ну, типа, новые трюки в Game of Battle. Если я не могу их сделать новые, то хоть кто-то их может сделать. Да, согласен, посмотрим. Мы тоже болеем за новые трюки в батле, тем более в прямом эфире, это вот крайне интересно. Вот, кстати говоря, вот похоже даже больше, уже на правду было, чуть больше завернул X-Up, но, к сожалению, пока, конечно, даже несмотря на то, что это на резинку, подобный X-Up засчитать судьи не смогут. X-Up должен быть точен. Напомню, что в прошлом батле как раз Макс Новоселов с Костей Андреевым. Костя Андреева не засчитали X-Up, который почти-почти был довернут, но... не засчитали. Вот, поэтому Максу прямо сейчас надо прям постараться и сделать такой X-Up, чтобы ни у кого вопросов не возникло. А до такого X-Up ему еще далековато. Одна попытка, я так понимаю, что все-таки Маллиган, да. Итак, Маллиган, правильно, Максим? Маллиган. Максим Новоселов берет Маллиган, тем самым расходует вообще все свои бонусы, которые у него есть по правилам. Просто все зрители, которые сейчас собрались в парке Gorilla Ramstroy House, поддерживают Максима Новоселова. Я к ним полностью присоединяюсь. И вот он. Ай, к сожалению, нет. Взял больше скорости, даже перелетел там в середину приземления, с запасом даже прыгнул. Но, к сожалению, нет. Это нереализованный Маллиган. Но, Макс, за то, что ты старался, тебе большой респект. В принципе, теоретически был бы близок. Итак, Никита говорит, что, в принципе, Макс был близок, да, я с тобой полностью согласен. Вот такой, знаешь, как старой школы, ленивый такой немножко тылып, типа, нужно очень много резкости для того, чтобы сейчас делать эти вот все трюки. Поэтому вот если бы он будет чуть резче, у него будет и на барспин, и на X-Up, и на два барспина, я уверен. Да, согласен с тобой полностью. Макс Новоселов на самом деле приземляет, ну, достаточно поздно ловит тейлвип, даже еще какое-то время с ним летит. Вот на заметном повторе это прекрасно видно, как он его уже практически в педали приземляет, когда, ну, на земле велосипед оказывается. То есть с такой техникой, конечно, сложно какой-то дополнительный трюк туда вставить. Счет у нас 4-3. Макс, как у тебя настроение? Нормально. Давайте к бэгам переходим. DS iSpeak в квотере, ну сразу объясняю, что это я еду в оппозит сторону и бью пэгой, касаюсь пэгой колпинга. Все. Не на iSpeak стою, а колпинга касаюсь. Все хорошо, все понятно. Итак, iSpeak downside, соответственно, то есть он вылетит, как бы ткнется задней пэгой в металлическую трубу и, соответственно, отпрыгнет обратно. Такой трюк не самый как бы сложный, но с приколом. Макс, вот на этом квотере, да, будешь делать? Я вот здесь между спайном и самим квотером, собственно. Ну что же, а тем временем у нас конкурс для зрителей, для тех, кто шарит про iSpeak. Давайте 3-4. iSpeak! Я вижу много профессионалов у нас здесь собралось, это приятно. Итак, разгоняется. Нет, это не оно, видимо, это просто пока разгон. И... ух, хорошо! Считается, Павел? Конечно, считается. А вот такой вот слайд в конце, когда он уходил, то есть он как бы немножечко проскользил по крышкой, по копингу, это допустимо? Это норма, да, при DSICM. Отлично. Все, это чтобы ни у кого вопросов не возникало, четко ткнулся пегой. По нашим правилам напоминаю, что если у участника пеги нет, то ему можно заказать один трюк. Точнее, ну, поставить букву одним трюком ты пробовать даже не будешь. Да, правильно? Сразу. Конечно, ну и видите, у меня пеги вообще. Я, кстати, умею... у меня было время, когда я в жести катался в Питере очень долго, и я себе поставил пеги, мне Костян посоветовал как-то, сказал там покатайся, попробуй что-нибудь интересное. Вот я научился столовые, типа туз и айс иногда делал, вот, даблбэк на вип делал, можно, кстати, если что. Вот это респект реально, дабл на хард вип, да?
ну просто даблбэк на випе. Не знаю, стритерская терминология. Это, соответственно, если ты делаешь свой, свой дабл и свой вип. Все верно, да. Тогда это хард получается. Это сложная вариация. Сложно, ну прикольно тогда. Потому что нужно сильнее отпрыгивать от перила. Итак, раз мы заговорили о бэгах, соответственно, то самое время для нашего гест-клипа, потому что в гест-клипе у нас будет участник, как раз который про бэги знает, я думаю, гораздо больше, чем все собравшиеся здесь, потому что это действующий чемпион и двукратный чемпион Wintering BMX Battle Владислав Глазовский. Так что наслаждайтесь этим нереальным шредером, просто стритовым в парке. Что же, мы рады вам представить очередной гест-клип, и, конечно же, он достоин абсолютно этого финала, потому что у нас в гостях Владислав Глазовский, двукратный чемпион Wintering BMX Battle. Здорово, Владик. Здорово, Леха. Дико рад тебя видеть. Вообще, как у тебя настроение, как дела? Дела отлично, настроение отлично. Все. Готовишься уже к третьему сезону? Очень сильно готовлюсь, дома сижу. Реально сильная подготовка. Ребята, в третьем сезоне Wintering BMX Battle Владик Глазовский уже будет двукратный свой титул отстаивать, поэтому я думаю, что очень многие захотят тебя обыграть в Game of Bike. Тебя это не давит? Нет. Ну, я вижу, ты, как всегда, на позитиве и приехал сюда в парк тоже показать класс, за что тебе респект. Я думаю, сейчас Владос покажет, как нужно правильно использовать скейт-парк. Покажешь? Да. Респект, погнали! Это Владик Глазовский! Скажи что-нибудь, как тебе это? Мне кажется, что у нас в России это точно только Владос делает. И вообще по миру, мне кажется. Человека три может делать, я видел вообще пару раз только. Блин, это реально мясо. Да, реально, мне кажется, такое просто вряд ли кто-то повторит, если ему в Game of Bike заказать. Так что Wintering BMX Battle сезон 3 совсем скоро. Ждите, а Владику Глазовскому максимальный респект! Вот он, Владик Глазовский, давайте все вместе еще раз дадим шуму этому шредеру. Бэм, просто нереальный контроль. Никит, твоя очередь заказывать. Можешь как-то прокомментировать вообще вот этот трюк? Потому что на ноусмену или заехать по всему этому языку длинному наверх. Как тебе вообще такой трюк? Просто офигеть. Вот, ну я в шоке на самом деле. Для меня ноусменал, кстати, тоже закрытый трюк. Я не освоил такой баланс. Вот. Кстати, вопрос. Вот говорят, Владик, а ты делал на бар, типа, наверх еще ноус? Ну, типа, то же самое на барспин делал наверх? Блин, вот это вообще офигеть. Вот. Ну, слушай, приходи на Wintering BMX Battle в качестве зрителя, и он тебе очень много каких еще трюков покажет. Я обязательно, кстати, приду. В прошлом году у меня не получилось, так как были, ну, сложности в путешествиях и всей такой истории, вот. Но в этом году я намерен посмотреть. Там ребята гасят очень жестко. И атмосфера мне там больше нравится. Но там какое-то более такое пространство, типа, более мелкое, больше народу и прям офигеть. Ну, и стрит как-то более такая душевная, как будто бы. Ну, стритеры, ты же знаешь этих стритеров. Ну что ж, Никит, ты готов ставить уже пятую букву Максиму Новоселову? Конечно, готов. У меня остался флэйр. И еще ни один барспин я свой не потратил, поэтому сочетаем, получается, флэйр-бар. Из квотера в язык. Хорош флэйр-бар из квотера в язык. Достаточно, опять же, базовая комбинация для современных парковых райдеров. Здесь без каких-либо вопросов. Но вот у Макса Новоселова вполне, возможно, вопросики будут. Итак, Никита Фоминов разгоняется. Браво, просто идеально. Просто идеальное исполнение, никаких вопросов. Я думаю, что здесь даже не может быть. У вас есть, Федор? У меня есть. Какой вопрос? А, вопросов нет. А что есть у вас тогда? А то и есть. Все хорошо засчитано, естественно. Комментарии здесь мои, мне кажется, даже и не нужны были. Согласен, абсолютно такой комментарий, да, получается, что не особо-то и нужен. Итак, Макс, правильно я понимаю, что это буква? Да-да, шатаут моему другу Артему Агаркову, не будем тратить ваше время.
Хорошо. Итак, счет тем временем у нас уже 5-4 в пользу... в пользу Никиты Фоминова. И Макс Новоселов только что показал, что, в принципе, он по-английски-то и не особо шарит. Да. В другую сторону N пишется. Ладно, респект, Макс. Так сказать, сигнача. Мне хорошо, действительно. Получается классно, да. Весело. Итак, Макс, ты готов отбиваться? Точно? Или подождешь немножечко? Что-нибудь классное, здоровское будет? Вполне возможно, вот честно, не хочу, конечно, загадывать, деморализовать тебя таким каким-то образом, но вполне возможно, это последний заказ в этом турнире вообще в целом. Да, интересно получается. Ну давай, короче, в opposite сторону прыгаю. One side называется трюк, одна рука, одна нога. Летишь из квотера в квотер, в opposite сторону отпускаешь одну руку, одну ногу. Отличный трюк, собственно, one side, да, one hand плюс one foot с одной стороны и opposite сторона, то есть он будет делать очень большой трансфер. Здесь я напоминаю, что 3 метра минимум лететь в opposite сторона, то есть это неудобная сторона. И в этом, как бы, у Никиты, я думаю, тоже будут вопросы, хотя, в принципе, я думаю, Никита вполне может такую историю прыгнуть. Ну что ж, давайте Макса поддержим все вместе! Макс красавчик, придумывает достаточно креативные, интересные трюки на протяжении всего турнира для своих соперников, и это не может не радовать. Итак, вот он прыгает. Ох, отличное исполнение, браво! И с таким запасом, на самом деле, прыгнул. Никит, попробуешь, может быть? Не знаю, я вот думаю, между тем, чтобы не портить свою статистику и попробовать. Слушай, ну твою статистику уже ничем не испортишь, я тебе честно скажу. А вот попробовать было бы интересно от тебя увидеть, потому что байк-контроля у тебя просто полно. И действительно, я думаю, что такие вещи ты вполне можешь оформить. Маша уже тянет нужную бумажку, я, наверное, распишусь. Объясню, почему, может быть, ну это будет звучать как оправдание, но просто не хочу. Вот, разгоняться неудобно, ну для меня лично. А Б, там стена, и как бы, ну, не хочу туда уехать. Вот. Ну и в то, что тебе Павел Никонов тянет все-таки бумажку. Павел, вы вообще на чьей стороне? Я на стороне долгой игры, которой нет сегодня. Сегодня крайне, да, быстрая игра. И на самом деле я все-таки, может быть, я не разбираюсь, конечно, в BMX. Но мне кажется, что ты бы мог отбиться. Конечно, мог. Но не стал, правильно, я понял. У тебя какая-то тактика, ты ее придерживаешься. Конечно, ты видел вообще статистику, буквы, там, цифры, это вообще серьезно. Я не хочу, как бы, ну, хотелось бы только больше. Вот на самом деле, когда мы изначально вот задумывали турнир Game of Bike в парке, мы больше всего боялись, что никто просто не будет повторять трюки. И как только он начался, этот турнир, многие на самом деле нас обрадовали, что многие повторяли трюки. Но потом появился ты, и, конечно, вот тебе респект, Никитос, прям реально как... Я старался. Ну, кстати, я замечу, почему. Не особо, чтобы удобно, понятно. Вот вспомним батл Санька и мой, который мы сам первый играли. Если были, вот знаешь, там истории, типа, я умею там 360 вип на бар в спайне, и Санек мне загадывает 360 вип на 2 бара в спайне. Я такой, ого, вот это прикольно, можно попробовать. Ну, типа, наши приколы. А вот такие приколы, это не мои приколы. Ну, это прикол называется фристайл BMX. Понимаю, да. И он этим крут, но сейчас есть определенные дальнейшие у меня планы, не хотелось бы развалиться. Итак, дальнейшие планы у нас какие? Счет-то у нас равный, 5-5. И прямо сейчас твой дальнейший план, я надеюсь, заключается в том, чтобы поставить 6-ю букву Максиму Новоселову и забрать, так сказать, 30 тысяч, которые мы приготовили для того, кто займет 3-е место в нашем турнире. Можно мне минуту подумать? У меня просто есть там список трюков, я хочу немножко посмотреть, что я могу сделать. Что я точно сделаю? Итак, Никита Фоминов берет минуту на раздумья. В принципе, с учетом того, насколько быстрая игра складывается, минуту, можно даже ему полторы было бы дать или две, но нормально, да. Итак, ну что же, минута пошла. Да, вот. Собственно, я так понимаю, что вы Максима сегодня, да, поддерживаете? Да, максимально поддерживаю Максима. Вот ребята сделали эту табличку. Макс, только вперед, Орехова. Орехова, one love. Вы тоже, да, за Максима? Это вы табличку сделали? Да. Вот это реально респект. Крайне крутая табличка. Я так понимаю, что это, да, на станке вырезано все четко. Макс, вперед, машина. Супер вообще. Итак, тем временем у нас 20 секунд, Никита, остается. Ну, вообще, а как так идея-то пришла, так поддержать Макса? Ну, не знаю, смотрел соревнования, и тут решил приехать поддержать его в его финальной битве. Именно Макса, не кого-то другого? Именно Макса. А почему?
Но мы с ним очень давно знакомы уже. Вот, раньше к нам приезжал в город, чуть-чуть катались вместе, он меня учил. Вот. Так что я только за него. Ну что ж, тебе респект, это реально крутая поддержка. Это классно. Макс, ну с такой поддержкой ты сейчас должен отбиваться 100%, вне зависимости от того, что тебе загадает Никита Фоминов. Никита, твое время вышло. Трюк. Блин, у меня, короче, немного осталось трюков, но у меня остался еще один барспин. Я знаю, что множитель баров у меня забанен, я его делать не могу. Но получается, я могу ставить трюк между барспинами. Можешь, конечно. Я буду делать 360 барспин на Opposite Accept на бар. Ого, вот это да, вот это комбинация. И Макс Новоселов даже немножечко закатывает глаза, потому что он понимает, что это просто даже нереально выговорить, а не то, что уже сделать. Итак, 360 барспин на Opposite Accept, то есть не в свою сторону, да? И, соответственно, на барспин. Еще раз. Максим тем временем судим говорит, чтобы они проверили, как там иксап будет. Но здесь это так все быстро будет, что придется к дальнейшему повтору, безусловно, прибегать. Итак, Никита разгоняется. Отличная скорость. Трак есть, иксап есть, и барспин есть! Даже без заметного повтора абсолютно понятно, что эта комбинация была выполнена просто идеально. Но тем не менее, так как это последняя буква, давайте я задам вопрос судим. Есть вопросы? Ну, тут оверкликит даже. Иксап на заметном повторе. Павел? Вопросов нет, и я думаю, что Макс может такую тему повторить сейчас. Неплохо. Иван? Да. Думаю, повторит, может быть. Федор? Да. Да, вот так вот. Немногословно, конечно, сегодня наши судьи, но тем не менее. Макс, можешь такое повторить? Как вы думаете, Макс сможет повторить такое? Просто безумная поддержка, огромный респект всем зрителям, которые сегодня собрались в парке Gorilla Ramstroy House за такую атмосферу. Действительно, очень классно присутствовать при таком настоящем живом BMX-ивенте. Итак, Макс разгоняется. Напомню, у него три попытки, потому что это последняя буква. Трак OPXUP. Ага, трак OPXUP. И, к сожалению, еще один барспин. Там даже близко нету времени. Так. Конечно, сейчас тяжело Максу Новоселову, но тем не менее, ему респект, он старается, сражается здесь без каких-либо вопросов. Но две попытки остаются. Конечно, если провести небольшую аналитику, здесь абсолютно понятно, что достаточно медленный барспин у него. Иксап там надо делать вообще молниеносно и потом кидать просто уже под самое приземление барспина. Это, конечно, очень такая страшная история, но мы смотрим. Разгоняется Макс снова. Трак, оп, иксап. Даже, к сожалению, иксап не довернул. Настолько уже хотел быстро кидать следующий барспин. Ну что же, последняя попытка у Макса Новоселова остается. Давайте еще раз пошумим для него. Просто не останавливаются зрители. Все болеют максимально сейчас за Макса. Да и просто за красивый, качественный, разносторонний BMX. Обожаю. Вообще, обожаю такую историю. Никит, как думаешь, есть сейчас шансы у него сделать? Не, ну я же хочу выиграть, правильно, поэтому нет. А так, ну я бы хотел, чтобы Максон умел такие трюки. Но меня сам чуть не завтыкал, не сделал. Я настолько сильно завернул Opposite Accept, что у меня чуть не вывалился руль, но я знал, что там нужно делать этот барспин. Трясатка-то лично не бывает, правильно, не зря же я ездил хотя бы, типа, понимаешь? Вот это хорошо. На самом деле, по поводу OPXUP, согласен, полностью крайне понравилось. Все в рамках правил. Идеально под все трюки подобные. Итак, заключительная попытка Макса. Трак OPXUP. Ах. И, к сожалению, нет. Ну что же, а это значит, что третье место в нашем турнире Air BMX Battle занимает Никита! Хорош. Отличная игра, быстрая, четкая. Я остался удовлетворен максимально. We'll be right back.
Фух, ну что же, достаточно быстро прошла игра. Я напомню, что это был финал за третье место, в котором Никита Фоминов одержал победу. Собственно, монетка зарешала, как изначально мы и думали. Так получается, что ставки на максимум, и ребята здесь уже как бы не шутят. И все их заказы стреляют точно в цель. Макс Новоселов, тебе большое спасибо. И вообще респект большой за весь этот сезон. Ты показал достаточно мощную, сильную, классическую школу BMX. И самое главное, что, конечно, твой вот этот результат феноменальный. Просто за 4 игры, получается, ты всего лишь 3 раза, да, сегодня 2 раза расписался, и до этого всего лишь 1. Так что это максимальный просто респект. Как тебе в целом вообще весь этот турнир? Ну и финальная игра, конечно. В целом турнир максимально крутой. Прошлая игра была самая классная, на мой взгляд, от этой самой. Такие впечатления смешанные. Вот. Ну, в целом все круто, все нормально. Я смотрю, да, ты не особо, конечно, обрадовался, но тем не менее, понимаешь сам, ставки на максимум, и здесь уже исключительно монетка зарешала, у тебя даже, к сожалению, не получилось переломить исход битвы. Ты пытался? Конечно, пытался. Можно было, ну, пару трюков можно было повторить. Остальные были как бы додай для меня. Ну, надо отметить, кстати, что Никита тебе трюки такие, да, действительно, заказывал. Были 100% трюки, которые ты даже не пробовал изначально, а были трюки, которые, ну, реально твои. Нет, реально моих трюков тут не было. Реально мои трюки я заказывал. И Никита, в принципе, что-то не знаю, что их не стал делать, но я такое заказывал. Нормальные трюки мог повторять, его выбор, короче. Ну, в общем, на мой взгляд, достойная игра для финала за третье место. Еще раз тебе большой респект. Реально, ты показал просто качественный Game of Bike, причем 4 раза. Спасибо большое, Макс. Никит, ну тебя я поздравляю. Собственно, респект. На самом деле, многие тебя ожидали увидеть в большом финале, но и в малом финале. Тем не менее, тоже приятно, что ты занял третье место. Как тебе в целом весь турнир и, конечно же, вот этот финал? Слушай, турнир офигенный, респект вам всем, ребята, что его сделали, атмосферу, всю эту движуху, очень классно, вот. Возможно, я не совсем оправдал ваши ожидания, но, как бы, вот, как вышло, мои игры, может быть, были какие-то скучные, но трюки те, которые я умею, а те, которые не умею, пробовать в нынешней для меня ситуации немножко было рискованно где-то, поэтому, ну, стечение обстоятельств, в общем. Если в следующий раз, в следующем году будет такой же, позовите, я постараюсь трючки подучить, возможно, вот. Слушай, ну вот по поводу ожиданий, то есть изначально на первой игре, да, у меня были определенные ожидания насчет тебя, и ты очень сильно меня приятно удивил, когда в первой игре ты делал крайне неочевидные трансферы, интересные трюки, что-то повторял. Ну вот, а потом ты уже, конечно, включил вот этот сейф-мод, так называемый, и исключительно на своих элементах двигался. Потому что в первой игре мы играли с Саньком, это как бы прямой мой оппонент, мы с ним вот постоянно катаемся, у нас с ним, в принципе, стиль и идеология катания одинаковые, вот, поэтому у нас была, ну, наша тусовка, мы весело катались, вот было круто. А потом были не особо удобные мне оппоненты, но они не перестают от этого быть крутыми. Каждый катается так, как он это видит, и это круто. В этом BMX классен, он же разносторонний. Ну вот я бы тебе, конечно, порекомендовал немножечко, да, чуть-чуть раздвинуть свои горизонты, так сказать, сознание по поводу BMX. У тебя все возможности для этого есть. И огромное количество креативных, интересных трюков, которые только могут усилить, улучшить твое катание, в том числе и на попытках на больших соревнованиях, тебе, на мой взгляд, немножко не хватает. Да, возможно, ты прав, соглашусь. Вот. Еще хотел бы добавить то, что вот некоторые комментируют видосы так, что типа вот там не повторил трюк, не умеешь, это типа фигня, ты там не умеешь кататься и все такое. Вот. Суть в том, что большой BMX, вот как спортивный, он подразумевает от собой не только умение делать много трюков, а умение делать определенные трюки качественно, накатывать, и ты должен качать физуху, и ты должен видеть круто парк, прыгать трансфера. То есть я делаю упор на какие-то другие аспекты, которые мне сейчас нужны. А трюки, ну, кататься просто круто на велике, это типа самое сложное, что можно учиться. А трюки можно всегда научиться. Главное, чтобы было желание. Вот, в общем, такая идеология у Никиты Фоминова. Еще раз тебе большой респект, спасибо за участие. Поздравляю с победой в финале за третье место. Действительно, ты достойный райдер. Сейчас у нас заключительные слова от наших многоуважаемых судей Павла Никонова, Ивана Бороды и Федора Забалуева, конечно же. Респект, Лех. В принципе, все, что было сказано, оно соответствует действительности. Поздравляю парней сразу сходу с самой быстрой игрой. Мне кажется, это она случилась вот, в рамках RBMX Battle. Максу огромный респект за, так сказать, разносторонность.
Как-то так. Как сказал, да. Ну да, да. Вот. За то, что он решителен, пробует все трюки. В общем, с кайфом все пытается. Да, немного не его тема. Барспины, тейлвипы, вот это вот множественный наклеп. Макс немножечко такой больше фристайл-райдер, чем вот Никитоса я бы назвал такой соревновательный райдер в современных реалиях, которые сейчас происходят. Вот. Обоим парням респект. Никитос, что, держи кэш, это тебе. Тридцаточка, реальные деньги. Вот они здесь. Дальше Ваня, Федя, скажите что-то. Федя. Ну что, мне понравилось, как Никитос разбанил себе два бара, подошел со смекалкой, just think about it. А так что, красавцы, респект, молодцы. Ничего не понятно, но очень интересно, как всегда. Никита, ты скажи, пожалуйста, ты кэш-то пересчитал? Потом пересчитаю, доверяю вашим. Ну, тут лучше сразу, да, да, сразу лучше пересчитывать, так сказать. Мы-то стритеры, сам понимаешь. Да нет, все нормально. Ладно, шучу, конечно же, нормально. Ну что же, респект, вот такая вот веселая, достаточно быстрая получилась игра. Еще раз огромное уважение обоим участникам и большой респект. Действительно, это крайне круто было. Мы с вами не прощаемся. Буквально через 10 минут состоится большой финал, в котором встретится сам Константин Андреев и Андрей Корчевский. А сейчас хочется выразить слова благодарности нашим партнерам. В первую очередь, это энергетический напиток Gorilla Energy и компания «Рамстрой», которые помогают развивать отечественную BMX-индустрию. А с вами, как я уже говорил, мы увидимся через 10 минут.